Здравствуйте. Сегодня представляю обзор. В общем, установка батареи на Samsung Tab 380. Вот пришла батарея. Заказывал с AliExpress. 405 рублей 63 доллара. 13.08 заказ. 21.09. Получилось. Все это дело шло почтой Монголии. Трек отслеживался. Все нормально в этом плане. Вот сам аппарат. Аппарату уже, я не знаю, по времени. В принципе, прилично ему. Все это дело сейчас будем открывать потихоньку. Вот здесь я уже лопаточкой зашел. И можно вот такой пластиковой картой аккуратно по контуру идем. И там защелки, по идее, должны быть по контуру. В общем, начинаем где-то от кнопок громкости, потом переходим наверх вот так пластиковой картой. Смотрим, чтобы не задеть никакие шлейфы. Потихоньку здесь идем и переходим вниз. На столе жутко неудобно это делать. Как говорится, сборка на коленках, разборка идет. Вот, это дело разобрали. Смотрим вот эти шлейфы тоже аккуратно, чтобы не повредить при разборке. Так выглядит внутри все это дело. Вот сама крышка планшета. Вот она у нас батарея. Родная ее емкость. В общем, замерял 3600 составляет. Смотрим, родная батарея 4450 миллиампер. Это дело здесь сейчас будем все убирать. Здесь у нас стоит защитный скотч, где шлейф соединения идет. Я попытался вот за эту наклейку потянуть, конечно, это дело не получилось. Батарея вроде как сидит там на скотче, то есть осторожным надо быть. Вот чувствуется, тут она приподнимается. Где она поддается, туда попытаться нужно как-то залезть. Вот чувствуется, да, там скотч. Не пожалели корейцы. Чувствуется, хороший скотч, да, сидит. Так. И здесь у нас так, здесь вроде все отделили. Батарея. Смотрим здесь. Вот с этой стороны, с этой был скотч. С этих двух сторон скотч у нас. Так что вот смотрим сам коннектор. То есть он должен, по идее, вот так легко отделяется у нас. Вот родная батарея. Давайте ее сейчас завешиваем. Сколько у нас батарея родная висит. И сколько. Откроем посылку тоже. Посмотрим, как там дело обстоит. 77 грамм, 4450 миллиампер, 77 грамм. Это у нас родная батарея. Давайте сейчас распакуем. Сейчас аккуратно откроем этот пакет. Внутри видно двусторонний скотч. Так, убираем весь мусор отсюда. Смотрим, вот это батарея. Он тоже самую дешевую выбирал. 4450, смотрим. Здесь вот немножко что-то погнуто. Сколько у нас по весу оно будет сейчас? Тоже 77 грамм. Смотрим сам коннектор. Тут короткий какой-то коннектор по сравнению вот с родным. Вернее, он не короткий, просто смещены проводки. Так, в сравнении с, вот с этой родной получается. Вот так все это дело выглядит. Будем смотреть. То есть у меня заряд упал на 1000 миллиампер.
Будем смотреть, как все это дело сейчас у нас встанет. Как все это дело будет работать. Обязательно тестировать буду. Так, убираем вот эту наклейку. Продавец позаботился, даже наклеечку здесь нам оставил. Все как в родном Самсунге, типа. Кривоваты вот эти вещи, ну. Так, коннектор зафиксировали. И батарея. Вроде на скотч села. На старый скотч. Новый не стал делать, потому что мало ли что. Что за батарея, непонятно. Так, ну и обратно все собираем. Смотрим, шлейфы все в порядке вроде. Здесь коннектор сел. И наклеечку обязательно здесь. Это дело никуда у нас не отклеилось. Как я понимаю. Ставим все это дело обратно. Все защелкивается. Так, все защелкнули. Ничего не болтается, ничего не выпирает у нас. Все хорошо сидит. Давайте включаем. Так. Посмотрим сейчас, вообще он заряжается или нет. Да, вот с нуля получается. Ну это и хорошо, то что заряд пошел. Сейчас поставим на тестер, будем замерять тест, сколько здесь действительно емкость, и потом продолжим видео. В общем, смотрим, протестировал я батарею 4413 сейчас. Ну, в общем, обязательно наберет 4450 при включении. То есть батарея соответствует заявленной емкости 4450. Рекомендую брать у этого продавца. Конечно же, проверять надо. От этого никто, у китайцев, не застрахован. Батарея, еще раз говорю, самая дешевая была на Алиэкспресс. В принципе, дошла быстро, можно сказать. Батарея не нагревается, то есть никаких эксцессов не было при зарядке. И вот такой обзор. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока.